Всем здорово, ребят. Ну что, у нас есть сегодня новый наборчик. Сейчас мы его попробуем забрать. На Вегеймерсе во вторник обычно добавляют новые наборы. И я последнее время там пробовал затаскивать карты. Так, я не понял. Я не понял, что у нас музончик играет в игре. Так, выключить. В общем, пробовал я карты, они не идут. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня есть. Поехали на Вегеймерс, заскочим. Так. Поехали не сюда, в Castle Clash. О, смотрите, какой сегодня обалденный набор. Один, синий кристалл и кристалл волчонка. Камень пламени 500, том благословения 3. Руна таланта 5, полярный лис 50 осколков. Ну, блин, это надо однозначно забирать, и надо поспешить, ребят. Осталось 1840 наборов, поэтому поспешите. Так, скопировали. Получить. Лисицу можно без проблем собрать. Так, ну, заодно вы сейчас увидите, как это все получается. Выбираете платформу, на которой играете. У меня это немецкий сервер, я буду брать на без доната. Секретный код скопированный ввели. Сейчас мы посмотрим наш IGG ID. Какой у нас на аккаунте. И заберем этот набор. 515, 837, 513. Можете мне прислать, у кого есть лишний наборчик один. Так, 515, 837, 513. Заходим обратно же на Вегеймерс. Вводим 515, 837, 513. Подтвердить. 50 осколков лисицы, ребят. Все, мы забрали этот набор. Поздравляем. Блин, еще у кого есть твинки, один этот, и считайте, у вас половина лисицы на халяву. Просто тупо на халяву, и скин тоже на халяву. Сейчас напишу. Боди пусть забирает. Он тоже ждет лисицу. Что у меня по наборам по лисице, ребят? Поехали посмотрим, сколько у меня лисицы есть. 96 осколков. Блин, мне чуть-чуть не хватит. Если даже я заберу, будет 196 осколков. То есть надо будет где-то сумочку надебать и 4 осколка добить. Такс. Ну, скин считает, и половина лисицы на халяву. Давайте еще плюс эмблема сейчас мы с вами получим. Так, это сундучки, 100 книг, отлично. Можно не открывается это все, и эти сумки не хотят открываться. Сейчас почистим места. Блин, не хочу эти продавать, потому что может быть потом вдруг добавят, да блин, писец, вдруг добавят наборчик. Обмен. Придется сосать лапу, а так. Так, давайте это откроем. Не хочет открывать. Ну что за пипец? Просто пипец какой-то. Не, ну это реально крутой набор. Так, давайте откроем эти. Нифига себе, видали? Я, по-моему, там коробку затащил. Давненько уже я не вытаскивал коробки. Тун-тун-тун-тун-тун. Реально крутой набор, поэтому есть еще 1500 наборчиков, ребят, не пропустите. Бум! Вот так вот. А, блин, я думал 8 эмблем. 5 мешков с эмблемами. Это я провтыкал. Все-таки 5 рун. Ну даже так, 50 осколков лисицы, ребят, на халяву. Это очень крутая халява. Поэтому, кто сидит в Вегеймерсе, реально надо сидеть там. О, хватайка есть на нимке, нифига себе.
Чик! И не получилось у нас по красоте сделать 50 осколков на халявную эту. Ну, пэт. Баги. Так, что у нас есть еще интересного? Сейчас посмотрим, может, что-то на рынке добавили интересного. О, базар маркет есть. Смотрите, сколько халявы. Офигеть просто. Блин. Блин. Мне надо лисицы еще. Так. Так. Что у нас тут? Наборчик за 300. Ну, он никакой этот большой. Блин, ну надо будет копить. Мешки лисицы можно будет получить еще халяву. Давайте пооткрываем. Мешки лисицы можно будет получить, в принципе, в дереве. Для этого мне надо будет сейчас усиленно копить самоцветы. По максималке стараться выжимать везде. Но я думаю, постараюсь забрать. Плюс там я получу скин на огника. Но реально обалденная халява сегодня. Поэтому не пропустите, ребят. Особенно для тех, ну это халява для тех, кто сидит на там на Вигеймерсе, у кого есть очки. Кто не сидит, те, к сожалению, забрать не смогут. Такс. 5 коробок, реально коробок еще дофига вытащил. 3 таких. Вот смотрите, сколько плюх халявных сейчас на бездонатах дают. Еще сундук 5. Еще коробки. Тут сейчас скин, наверное, упадет какой-то. Не, еще 10 коробок. Блин, дофигища коробок. Итого, что у меня получилось по коробкам? 79 коробок накопилось. Причем было вообще фигня. Вот пару дней, считайте. Так, квесты у нас не закончены. Ну и что, вот такой вот, ребят, наборчик. В итоге у меня получилось 146 осколков лисицы, ну, в принципе, практически. Вам могут, ну, если у вас есть незабранные пакеты, ну, там просто ограничение по пакетам раз в месяц, по-моему, то половина лиса просто на халяву, считайте. Если нету, с одного и со второго аккаунта обменялись, но это надо 5000 ячей. Да, неплохие плюхи. Но, блин, надо где-то додыбать. Хотя и так, в принципе, хорошо. Считайте, немножко скинчика добили. Так, а что у меня тут светится? Что, есть на кого-то скины? Они тут все открыты уже. Тут тоже вроде ничего не добавлялось. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пак действительно годный. Надо, кстати, здесь обмены доделать. 120. 4 камешка. Этих 2. Я заберу эти камни пока. 6 отлично забрали. Все, у меня осталось здесь такого самого интересного. Это скины, конечно же, надо будет добрать на бездонате. Ну и, возможно, камешки, если успею. Потому что надо фармить реально дофигища. Дофигища всего, но... Постараюсь. Ну, самая основная цель сейчас у меня это дерево законтачить следующее, чтобы по максималке прокачать своего огника. И плюс там сумка на лисицу есть тоже дополнительно. Поэтому поспешите. Там осталось 1700-1600 наборов. Я думаю, на всех не хватит. Думаю, их разберут к вечеру. Потому что набор реально годный. И очки, я думаю, у многих ребят есть. Поэтому все зависит от вашей ловкости. Ну и, конечно же, видите, приходится все-таки сидеть на Вигеймерсе. Я побежал, короче, фармить. Буду, надо сегодня не завтыкать, зафармить эту локацию. Для того, чтобы еще собрать скоро Мэри. Она тоже будет скоро на этом аккаунте собрана. Уже больше половины собрано. Плюс еще с этого идут осколки. Все. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.